делая выбор в пользу принцесса, я имею возможность дать пациенту результат на нескольких участках, на нескольких зонах. То есть продукт филлер – это не продукт для морщин, а продукт Princess Volume – это не продукт для объема. Мы дальше поговорим с вами, как их можно сочетать, куда какой лучший продукт предпочтительнее вводить. Но возможность выбрать препарат и проработать им одномоментно сразу несколько запросов вашего пациента. И вы знаете, коллеги, чем больше я работаю, чем дольше я работаю, тем я больше убеждаюсь и прихожу к выводу, что надо смотреть общую картину. Недостаточно сделать скулы, недостаточно сделать губы, недостаточно сделать только межбровную зону. То есть на фоне коррекции, на фоне результата, который вы получаете, все другие нюансы, они начинают о себе заявлять, демонстрировать как бы себя более ярко. Поэтому, когда у меня есть инструмент, которым я могу деликатно поднять марионеточную линию, проработать зону усталости, орбитальную зону и чуть-чуть добавить объем верхней или нижней губы, то есть у меня есть инструмент, который позволяет изменить впечатление о лице в целом. Я считаю, что это огромное преимущество. Мы недавно с коллегами спорили, что я сказала такую фразу: моя профессия – это возможность изменить, создать иллюзию. И это так. Это творчество отчасти, да, но это так, потому что когда у меня такие прекрасные инструменты, которые могут, помогают мне дать моему пациенту убрать с его лица уставшее, унылое выражение и придать чуть-чуть объем, чуть-чуть акцент, меняется впечатление в целом. Любая другая линейка, любые другие препараты намного, ну, как минимум, увеличивают себестоимость. То есть, если мне нужен один препарат для губ, если мне нужен один препарат для скул, если мне нужен один препарат для орбитальной зоны, то себестоимость трех позиций уже, вы понимаете, насколько она возрастает. Принцесс, вот эта смарт-технология, эти четыре преимущества, о которых я вам рассказываю, они дают возможность использовать, применять один продукт на разных уровнях в одно сессию, и производитель гарантирует нам физиологичное деликатное распределение препаратов в тканях и отсутствие контурирования. Очень важный момент. Смарт-технология дает нам структурную адаптацию к любому дермальному слою. И это то, о чем вот сейчас я с вами говорила, то, о чем я делилась. Я имею возможность, работая этим препаратом, на разных уровнях выполнять разными инструментами. Это может быть игла, это может быть супрапериостально, это может быть канюля, это может быть глубоко подкожно-жировой уровень. И это может быть тонкие заломы, кисетные морщины. Технология SMART позволяет мне работать на разных уровнях, и продукт безопасно адаптируется к любому дермальному слою.